сегодня в битве схлестнулись люди, которые об истории знают только то, что она длится 15 секунд. И те, кто тысячу раз слышал в свой адрес: «Что, филолог? Да что это за профессия?» Если хочешь узнать, какой хэштег ставить под фото и почему слово «ихний» заставляет кровоточить уши и глаза, смотри шоу «Well Done». Всем привет, меня зовут Вильдан Милушев. И если вам надоели миллиарды сториз в Инстаграм, вас достала желтая пресса, вы включили то, что вам нужно. Это шоу «Well Done», мы начинаем! Итак, не зря заговорил я о прессе, не зря заговорил об Инстаграм, потому что у нас сегодня конфронтация СМИ против Инстаграма-блогеров. Итак, начнем, конечно же, с блогеров. Нелли Дегтярева, аплодисменты. Всем привет, меня зовут Нелли Дегтярева, и сегодня я здесь с нашей командой блогеров. Просто порвем другую команду, даже не знаю, как их зовут, если честно. Но ничего страшного, я думаю, они не обидятся на нас. Саша Гольдман. Привет, меня зовут Александр Гольдман, и я блогер. Сегодня мы играем против команды журналистов, и у них нет ни единого шанса. Важный такой сидит. Наташа Штыркова. Всем привет, меня зовут Наталья Штыркова, и я веду блог про Крым и путешествую по нашему полуострову. У нас сегодня очень крутая команда блогеров, и мы отправим наших соперников в далекое путешествие. Представители СМИ. Владимир Прошкин. Привет, я Владимир Прошкин из Крымского информационного агентства. Работаю фотокорреспондентом. Мы работаем быстро и качественно. И у наших соперников нет ни единого шанса. Очаровательная Анна Плотникова. Привет, я Плотникова Анна. Работаю в Крымской газете. Всегда в поиске новых знаний. Люблю знать обо всем на свете. Люблю спорт, танцы, движения, открывать новые места. Выиграю без напряжения. Я супергерл, 100 из 100. Победа моя. И стоит признаться, блогерам за мной не угнаться. И Дмитрий Бугай. Привет, меня зовут Дима. Я надеюсь, сегодня будет весело и интересно. Несмотря на то, что интриги изначально нет, у наших соперников ноль шансов. Поэтому давайте просто насладимся процессом. Вперед. Итак, есть еще один человек, с которым вы должны познакомиться, и наши телезрители, наш диджей Денис Епаров, ему аплодисменты от нас. Итак, для того, чтобы начать, нам нужно назвать команды. По одному претенденту, кандидату от каждой команды подойдите ко мне. Давайте сыграем на УЕФА, бить нельзя. Ты понял, да? Итак, лицом к лицу, пятишку дали. Он тебя будет обманывать, не доверяй ему. На УЕФА выбираем, кто побеждает. Тут называют и свою команду, и команду противника. Итак, поехали на УЕФА. СУЕФА. Бугай побеждает. Занимай место. Давай-ка подумаем, как назовем команду блогеров. Давай назовем их сотрясатели воздуха. Сотрясатели воздуха! Аплодисменты! Нормально! Так, а вы как назоветесь? Мы будем бюджетники. Бюджетники! Так, есть аплодисменты, команда, есть! Смотрите, первый конкурс называется «Поисковик». Зайдя в поисковую систему, я вбил в нее некоторые слова, и топ запросов по этим словам мне выдал Яндекс. Итак, давайте-ка думать, что же он нам выдал. Начнем, наверное, с блогеров. Я ввел в поисковик слово «Инстаграм». А что в топе запросов по этому слову может быть? За правильный ответ один от команды должен быть, и я даю баллы. Итак, ваши варианты. Аккаунт. Нет такого слова. Скачать. Скачать. Тоже нет. Инстаграм Бузова. Ну да, ведь 5 баллов есть, да? Ну давайте еще вам какой-нибудь вариант. Там есть помимо Бузова еще некоторые ребята. Нет, у него есть Инстаграм. Ну ладно, хорошо. Окей, с Инстаграм как-то у вас не задалась тема. Давайте-ка двигаемся далее. Итак, друзья, СМИ это. СМИ это какой топ запросов? СМИ это... У нас есть досрочный ответ. Подожди. Газета. СМИ это газета... Нет. СМИ это... Свой вариант. СМИ это телевидение. Нет. СМИ это... Средства массовой информации. Вы в школе получили... Ну давай как скажем, там есть слово СМИ, это расшифровка, как бы, ну ты расшифровала. Давай 3 балла я тебе даю. Хорошо, ладно, есть, да? СМИ... Пресса. А? Желтая пресса? Нет, ребятки, там есть СМИ, это четвертая власть. СМИ это расшифровка, я уже говорил. СМИ Википедия, СМИ общества знаний, СМИ это социальный институт и так далее, и так далее. Ладно, ну в принципе молодцы, вам аплодисменты, есть.
Итак, друзья, первый конкурс завершился, нужно узнать баллы. Денис, назвай, какие цифры у нас? Ну, конечно же, рады, что у нас есть блогеры в Крыму, и они зарабатывают целых 5 баллов. О-о-о, да. Есть, да, аплодисменты ребятам. А у ребят сколько? Бюджетники 3 балла получают. Ну, это тоже неплохо. Даже блогеры зарабатывают больше, чем бюджетники. К сожалению, наши таковые реалии. Дружище, если тебе нужно что-нибудь яркое, идея, праздник, свет, звук, сцена, агентство «Большая перемена». Итак, идем далее. «На языке верчу». Так называется этот конкурс. Я перевел текст песни с русского на украинский, болгарский, французский, немецкий и вновь вернул к русскому. И вам нужно будет, читая эту песню сейчас, угадать, что за исполнитель, либо что это за песня. Можно напеть, танцевать, для тебя говорю, все что угодно можно делать в рамках цензуры, Саша. Итак, если вы готовы, один человек от команды, кто? Нелли, аплодисменты, Нелли, да? Остановись сюда. Да. Ребят, для того, чтобы я засчитал ваш ответ, вам нужно поднять руку и громко сказать название своей команды. Название команды? Сотрясатель воздуха. Если что, они поднимают, ты кричишь название команды, чтобы ваш ответ был засчитан. Итак, если все готовы, то первая песня пошла. Я вижу себя в моих глазах и тестировал английский класс под дождем в области опасности. Тогда пост, пост, твои глаза чисты, как небеса и так далее. Это не может быть усилено, твои глаза. Твои имя. Бюджетники. Бюджетники, что, твои кто? Твои глаза, Лобода? Ну да, есть бюджетники! А кто от вас? Класс. Давай, забегай, становись. Итак, поехали, читаем. На окнах улиц, на дорогах с твердым покрытием, стек, небо с фиолетовым дождем. А коллеги города были как безжалостные, там вы наполнены домом. Разве это не тот, кто был со мной этим летом? На стене настал дождь. Дальше давай. Разве это не то, что случилось? Это лето запомнит тебя. Легкая летняя жажда, легкая летняя жажда. А это английская песня? А это русская песня, это русский исполнитель. Итак, давайте думать. Можно заново? Давай еще раз послушаем, давай. На окнах улиц, на дорогах с твердым покрытием, стек, небо с фиолетовым дождем, а коллеги... города были как безжалостные. Сотрясатель воздуха. Ну кто это? Михаил Шафутинский, 3 сентября. Великолепно. Нет ведь? Нет. Конечно. Нет вариантов? Нет. Ладно, ладно. Это был Леонид Агутин. Летний дождь. Летний дождь. У него там такая прекрасная песня. Вы не угадали. Аплодисменты тебе. Занимай место. Ладно. Ну а мы двигаемся дальше. От вас кто? 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 Пришла Наталья. Наталка. Становись, Наташ, и давай-ка попробуем угадать эту песню. Поехали, громко читай. Ночь только начинается, и ты успел сказать мне нет. Слова бьют быстрее, мне больше нравится боль. Подруга ночи, я не могу спать, я не могу идти домой, они не ждут меня там. Бюджетники. Ну, говори, кто? Подруга ночь. Это кто поет? Подруга ночь. Кто? Певица, певица. Макс Барский. Есть. 5 баллов! Кто от вас? Давай. Забегай. Итак, все те же условия. Громко читаешь, давайте слушать. Ночь прошла на улицах звездные цари простора, слов и цифр. На небесном мосту рассеянные птичьи перья. Не будет забыт никем, праздничные губы, болят глаза. Возьми меня в свой плен. Этот край колена поцелуй. Последний раз. Просто стакан водки на столе. Ветер плачет через окно. Ты мог сам отгадать, но ты был первым, кто это? Рюмка водки на столе. А поют кто? Гриша. Ну, Гриша, понятное дело, Лепс. Да, плюс 5 баллов. Конечно, садись. Итак, давайте продолжать. Друзья, нам нужно узнать счет. Денис, огласи его. Сотрясатели воздуха начинают оправдывать свое название. Ну? Они зарабатывают 10 баллов. 10 баллов. Ура! А бюджетники 13. Итак, ребят, двигаемся далее. Называется конкурс «Что за покемон?». Итак, один человек становится здесь. Сзади него вывешивается стикер с именем личности, которую должен он отгадать. Вопросы могут быть любыми наводящими, а его партнеры по команде могут только говорить «да» или «нет».
Есть на все про все лишь одна минута. Всем все понятно, ну беги теперь, Саш. 60 секунд. Да. Все. Именно так. Аплодисменты, Саш. Чуть не сломал нам подиум. Ладно, Саш. Все готовы? Okay. Саш готов, Денис готов. Минута пошла. Поехали. Он живой? Актер? Нет. Политик? Говорите только да или нет. Российский? Да. Мертвый, да? Нет. Живой? Путин, что ли? Нет. Жириновский? Нет. Показывай там. Покажи. Что? Ты не певец! Певец! Да! Что? Да! Певец, актер! Там ты еще пол не спросил. Это пол. Мальчик, девочка? Мальчик? Нет, девочка? Да. Пугачева? Нет, актриса? Лана Дель Рей? Боярский? Дукалис? Ну, еще кто? Спроси еще что-нибудь. Ходченкова? Нет. Все, время закончилось. Подожди, стой. Но это была Тина Канделаки. Я не могу понять, почему они сказали... Почему на нее не показали? Она похожа. Ну, садись давай, Саня. Будешь вместе с Сашей. Ладно, мальчишки, девчонки, от вас кто? Все, аплодисменты, давай. Становись. Итак, схема у нас работает та же самая. Попрошу стикер уже на стенку вывесить. Ребятки, отвечаем да или нет. Да. Денис готов, минута пошла, поехали. Жив или мертв? Да. Жив. Он или она? Так нет. Говори один вопрос. Они только да говорят. Говори, Жень. Нет. Нет. Она. Да. Актер. Нет. Нет. Спортсмен. Нет. Политик. Нет. Кто еще может быть? Я не знаю. Продавец на рынке. Кто это может быть? Музыкант? Нет. Нет. Чем он занимается? Может быть, это известная личность? Да. Да. Сфера деятельности, что это может быть? Реклама, я не знаю, это СМИ. СМИ, он работает в СМИ, нет? Нет, нет. Чем он занимается? Это же он, правильно? Это она! Она молодая? Да. Да. Ей за 30? Да. Смотри. Тина Канделаки. Ты был, скажи, ты знаешь, кто это хотя бы, да? Вот так вот. Ну, да, слышал. Ну, вот так вот, ладно. Не будем спрашивать, знает ли он или нет, просто пойдем дальше. А от вас еще кто? Поехали. Нелли? Давай, Нелли, аплодисменты, давайте, поехали. Итак, Нелли, у тебя есть ровно минута. Ребята отвечают, да или нет. Вам, стой, подожди, стой. Есть? Известен? Все, можно мы сядем, пожалуйста? Не-не-не, давай попробуем. Давай попробуем. Денис готов, а минута пошла, поехали. Политик. Нет. Блогер. Актер. Высокий. Брюнет. Да. Блин. Певец. Нет. Так, это, наверное, нужно этим политикам. Это, наверное, все. Это все? Да. Ведущий. Да. Гордон. Гордон. Нет. Он не Брюнет. Дальше пробуй. Кто же у нас еще из ведущих есть? Малахов. Нет. Возможно, в какой стези он ведущий, узнает. Так, это какая-то политическая программа? Но я не смотрю такие. В этом-то и соль была, ты понимаешь? Давай. Так. Нажимай просто на обум. Да я не знаю, я только из политической, знаю Жириновского, но не ведущий. Жириновский, да, не ведущий. Мало ли, похлопаем, Жириновский не ведущий. Ура! Блин, ну я не знаю ведущих политиков. Кроме Гордона, не знаю. Ну ладно, это был Владимир Соловьев. Присаживайся, тебе спасибо. Теперь ты знаешь, кто такой Владимир Соловьев. Ребята, от вас кто? Он. Забегай, аплодисменты тебе. Давай. Стикер попрошу на стеночку уже. А у тебя все так же есть ровно одна минута. Вы знаете этого человека, да? Да. Знаете. Денис готов? Все готовы, минута пошла. Поехали. Жив? Да. Мужчина? Да. Политик? Нет. Актер? Да. Да. Давай, давай. В фильмах снимается? Да. Ну, наверное, актер же. А можно показывать? Блондин? Нет, нет. Вообще нет. Никто не знает. Лысый? Да. Гоша Куценко? Нет. Еще. Почему ты мне не дай? Это...
Ну, забыл его имя. Давай. Снимается в сериале «Год культуры», да? Чего? Ты смотришь такие сериалы. Давай дальше. Возможно, возможно. Может быть. В другом сериале культово снимается. Молчи, ты должен против них играть. Давай еще варианты, варианты. Ну, лысый же из сериала. Лысый же из сериала. Ты уже все знаешь. Так, стоп, время вышло, давай-ка. Лысый из сериала. Русский актер, его все знают. Во всех рекламах. Да, там вот и это. Быстренько. Не помню вообще. Ну, давай любую фамилию, имя, ну. Давай, давай. Один шанс, да, если ты выиграешь сейчас. Давай. Ну. Не знаю, не помню вообще. Так, ладно, это был Дмитрий Нагиев, дружище. Ну как-то, ладно, аплодисменты, спасибо. Вы потрясающе угадываете личности. Давайте-ка узнаем, изменились ли баллы вообще. Денис, озвучь. Я думаю, не только вы будете теперь вспоминать этот раунд, а и наши телезрители. Кто-то отправится смотреть передачу Владимира Соловьева, кто-то ознакомится с творчеством Дмитрия Нагиева. А баллы у нас остаются прежние, ребят. Ну давайте как-то... То есть у нас 13 баллов у бюджетников, и у ребят... впереди и блогеры зарабатывают десяточка. 10-13, окей, молодцы! Ребятки, следующий конкурс называется «Кто там?». Кто там или что там? Нечто здесь у меня лежит в этом ящике. Вам нужно будет угадать, засунув руки, нащупав это нечто, что же там такое происходит. Давай начнем, наверное, с блогеров, самые смелые из ребят. Я уверен, Саша, да, возьмет на себя эту роль. Саша, идем сюда. Саша, аплодисменты, давай. Стой, ручки не засовывай для начала. Мы всем нашим ребятам здесь покажем, что же там находится. Не подглядывай. Давайте-ка смотреть. Итак, класс. Итак. Спасибо, Вильдана. Спасибо большое. Я тебя не забуду никогда. Ты домой придешь, у тебя в подъезде тоже будет сюрприз от меня. Итак, Саша, прямо сейчас на ваших глазах будет нащупывать кое-что. Кто же или что там? Саша, готов? Давай. Поехали. Так, вызывайте скорую, я поехал. Давай. Так, я засунул руки, да? Смотрите, это левее, да, находится? Ну, холодно уже. Да? Аккуратно, да, плавно. Молчим, не подсказываем, давай. Не бойся, если честно, не бойся. Не бойся, если честно? Да. О, это воздух! Угадал? Это же воздух. Давай, ищи, ищи. Оно где-то здесь находится. Оно идет к тебе. Вот она. Она тебя прячется. Вот оно. Давай, да. Это змея. Я веду тебя по-другому. Смотрите, могу еще. Давай, найди ее. Да. Ну ты как бы посмотри на нее, улыбнись. Действительно, вот она красивая, да? Ну давай. Она может укусить меня? Конечно. Ну не знаю, да. Правее. Да? Потрогай ее. Правее, правее. Вот, правее. Ну, пока. 10 баллов команде заработал. Молодец. Ну что, ребят, кто от вас, кто смельчак? Аня. Итак, перед тем, как ты будешь пытаться нащупать это нечто, давайте-ка я открою и покажу, что там у нас находится. Да, всего лишь-то, да? Казалось бы. Это не то, это... Это не он, это она, да. Итак, готова? Да-да-да. Так, пока ничего не чувствую. А ты пониже, как бы. Все молчим, не подсказывай, что там. Трудится. Я не знаю, что там. Молчим. Я тоже не знаю. О! Что это? Давай, пошла! Цветок какой-то? Почти, почти. Цветок. Нет! Не бойся, не бойся. Ты поймешь, что это. Блин, как она так делает. Что это? Это червяки, что ли? Ну, почти, нет. Молчим, тихо, почти. Ну что это может быть такое? О, оно что там двигается? Двигается? Двигается, тихо, молчим. Легчинки какие-то. Макароны. Это да! Ну вот вы кое-что там и нащупали. Саша до сих пор находится в шоке от змеи. Мне нравится. Денис, какие баллы у ребят? Называй.
После такого эмоционального раунда, который был очень плодотворным, наши замечательные команды увеличили свои очки, и 23 балла получают бюджетники. Yes. Сотрясатели воздуха. 20 баллов. Воу! Итак, друзья, двигаемся далее. Следующий конкурс называется Кикадзару. Есть некая такая статуя из трех мартышек-обезьян. Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не говорю. Вот как раз-таки та, которая ничего не слышит, и зовется Кикадзару. Правила очень простые. Мне нужно от вас два человека. Один будет в наушниках громко слушать музыку и пытаться по губам прочитать то, что говорит ему другой участник команды. От вас кто? Быстренько бежим ко мне. Идем, кто будет слушать? Ты будешь слушать. Держим, надевай наушнички. Итак, уже... Итак, дружище, загадывай ей, пожалуйста, слово «молниеносный бетон». Молниеносный бетон. Молниеносный бетон. Ну, это как бы... немецкий. Молниеносный бетон. Только не громко, как бы. Что происходит? Минута пошла. Молниеносный бетон. Пароход. Дальше, давай, минута есть. Молниеносный бетон. Полный. Дальше давай. Молниеносный бетон. Не ори, не ори, не ори. Поехали. Это очень громко. Молниеносный бетон. Четче говори. Мол-не. Поезд. Поезд. Ну давай. Поезд. Молниеносный бетон. Блогер. Давай. Мол. Мол. Пойдем домой. Ладно, пошли. Пойдем. Ну, давай. Молниеносный? Нет. Бетон. Без чего-то? Бетон. Бетон. Ты очень не понимаешь слова. Пойдем домой. Пойдем домой. Мы пошли домой. Итак, ребята, от вас, кто от вас? Надевай наушнички. Бетон. Итак, ты уже нас надевай, слышишь нас? Твое словосочетание «динамический стол». Поехали. Динамический стол. Ди. На. Си. Ди. Не. Еще раз. Ди. С. Ди. Ни. На. Ни. А. Дальше. Ана. Ди. На. Скажи полностью еще раз. Динамический. Что там был? Стол. Стол. Динамический стол. Как? Это вообще законно? Давай. Ди. Теперь медленно. Ди. Ли. Ди. Не. Ди. Ши. Жи. Ши. Еще раз. Динамический стол. Динамический стол. Что? Блин. Это было слово. Словосочетание «динамический стол». Она была сложно. Ладно, аплодисменты, ребята. Почти, почти. Итак, ребят, по результатам этого конкурса баллы у нас какие удивительно. 23 балла у команды бюджетников по-прежнему. А здесь затаим интригу, дрожь в коленях. 20 баллов команды блогеров. Есть. Рады, счастливы, довольны все, кроме Нелли, у которой закрыты глаза, потому как начинается следующий конкурс. Называется он «Куинджи». Будем здесь козырять своим художественным навыком. В общем, нужно будет вам, друзья, подойдя к этой доске, в частности, это будет первой делать Нелли, дорисовать вторую половиночку рисунка. Подходи ко мне, давай ручку. Идем. Ребятки тебе будут все подсказывать. Держи, сейчас, секунда. Держи вот маркер. Есть, видишь? Все готовы, у вас есть ровно минута, чтобы давать правильные подсказки Нелли. Нелли готова, ребята готовы, минута пошла, поехали! Так. Нелля, беги! Просто беги, это не твое! Скажи хоть что и рисовать! Давай, вот чуть-чуть, стоп, ниже, чуть-чуть, вот, левее. Левее. Да подскажи ей, что она рисует хоть. Ты рисуешь, это что, стоп, назад, правее. Да хоть что-нибудь нарисуй. Давай. Что я рисую? Право такой полукруг. Давай, как подбородок второй рисуй, давай. Вверх его рисовать? Не, вот так вниз, вот так чуть-чуть. Неправильно сказал. Ну ладно, так тоже ничего как бы.
Хорошо. Давай, нет, поднимайся выше. Поднимайся выше. Вы, выше, еще выше. Смело, давай. Смело, смело выше. Давай. Еще выше. Намного выше, намного, выше. Намного. Вот, стоп! Что? Ниже. Вот так, ниже. Левее, 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 левее. Выше чуть-чуть. Выше чуть-чуть. Стоп, а, ниже. 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 Да, рисуй же что-нибудь. Рисуй. Теперь вправо, вот так, смотри. Вправо, вниз. Смотри сейчас. Как будто сердечко, поняла? Давай. Садись, занимай место, спасибо. Самый... Ты просто молодец, как у тебя так получилось? Гениальный подсказчик Александр. Саша, молодец. Ребят, ну за эту каракулю, вот она типа вот, ну вот, двойка, наверное, двойку и поставлю за этот рисунок. Спасибо большое, отличный рисунок, да. Я уже вижу, что мужчины бросили на эту войну очаровательную девушку. Правильно, давай ручку сюда, давай, вот, есть, есть. А, да, идем, 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 не бойся, не бойся, стоп. Держи, вот сейчас я тебе сейчас открою маркер. Вот, вот так вот ты его держишь, да? Уже ты вот так вот, да? Открыла, нельзя, вот все, есть, да? А, давай одну ручку смотри, это левая часть. Вот это правая. Вот он у тебя флипчарт. А, если все готовы, если Денис, минута пошла, поехали. На середину иди, на середину. Да, вот так. Где, где была голова? Ниже, 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 ниже. Чуть-чуть вот, стой, ниже. Выше, чуть-чуть выше, 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 выше. Все, стой. Все, все, стоп. Полукруг теперь делай. Теперь полукруг круг. Направо. Да. Давай, полукруг давай, направо давай. Ведешь, ведешь. Вниз, вниз, все, вниз, вниз. Опускаешь вниз. Стой, теперь правее, остановись. Правее, правее ведешь такую же линию, тогда правее. Да, правее, правее. Плавно правее. Бля, это осьминог, скажи ты. Это осьминог. Это осьминог. Это осьминог. Теперь твоя задача нарисовать щупальца. Щупальца рисуй. Так, раз, два. Так, закругляй, закругляй. Молодец. Вверх поднимайся, вверх, вверх по центру вверх, поднимайся. Нет, правее, 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 веди. Вот, 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 иди еще раз вверх, так, вверх, так, вверх. Так. Оператор, мы еще не видим. Слушай, такие подсказки как бы. Давай глазик, глазик нарисуй. Смотри. А, нет, что это, у него два глаза. Ну ладно. На другой стороне. И выше, выше, вот так же сделай. Выше, выше сделай. Выше, выше. Да, давай, рисуй. Давай, давай, давай. Давай, выше. Выше. Давай, рисуй. Еще один глазик. И теперь бровку над ним, бровочку. Бровочку. О, молодец. О, все. Стоп, снимай повязочку, давай. Я не могу. Ну это получился не осьминог, а осьмиглаз такой, как бы, да? Но, стоп. Здорово. Какое красивое, да, художество. Однозначно 10 баллов за такое, вы чего? Да. Рисовали прекрасно. Давай-ка баллы по итогам этого конкурса и всех прошедших называй. Есть у нас, друзья, мы подвижки, и на этот раз команда бюджетников вырывается в лидеры, у них целых 33 балла! Но команда блогеров заработала 2 балла, поэтому несложная арифметика приводит к результату 22 очка. Нормально! Да! Итак, ребят, двигаемся далее. Следующий конкурс называется «Крока что?». Крокодил, один человек выходит сюда, ему есть ровно минута, чтобы показать те слова, которые я ему показываю с телефона. Без слов, без звуков. За отгаданное слово даю плюс 5 баллов. За пропуск слова минус 3 балла. Давайте-ка постараемся. Может, все дико измениться. С кого начнем? Давайте с вас. Давайте с вас. Аплодисменты тебе, забегай. Итак, ты готов? Да. Денис, готов? Твоя минута пошла. Наездник. Ты едешь куда-то? Велосипедист. Лыжник. Лыжник. Это спорт. Ныряешь. Ныряешь. Какой-то вид... Диэпилепсия. Ты в машине. Ты в машине. Ты передвигаешься, едешь. Поезд. Поезд, паровоз. Рельсы. Рельсы, железная дорога. Трамвай, вагон, депо. Вот, вагон, наконец-таки дальше, давай. Так, тараканы. Ползает жуки, что-то. Жуки, паучки, паучки. Паук. Паук, паук, каракатица, сороконожка. Скалопендра. Сороконожка, а? Да, дальше есть. Давай. На масло. Масло, бутерброд. Масло, да, давай дальше. Пловец, плывет, стиль плавания. Нырнул, подводный мир, камень. Акваланг, аквалангист. Коралл. Рыба, дно. Камень, дно. Что на дне? Ну, что матистом, что на дне. Вот камень. Риф. Наш... Риф. 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 Да, молодец. Садись, да. Дальше идем. Следующий, кто от вас? Кто от вас следующий? Быстренько идем, 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 идем. Еще, еще. Конечно, давай. Баллы считаешь? Готово. Точно так же у тебя есть ровно минутка. Денис, минута пошла. Не знаю, вот так. Это рандомно дается. Дальше это слово явка.
девушка, волосы, прическа. Шляпа. Байфан. Отлично, да. Дальше. Обезьяна, горилла, макака, шимпанзе. Что еще есть? Горилла. Еще. Ну, этот, как его? Называй. Ну, еще, еще. Ну! Макака. Тянешь время, ну! Показывай еще, давай. Следующее. Бабуин. Бабуин, точно. Господи. Дальше. И писатель пишет, ручка, письмо, бумага, перо. Строчка. Роспись, подпись. Это слово было «слово», и вы его не угадали. Аплодисменты тебе, спасибо большое, двинемся далее. Какое слово? Слово! Да, погнали, давай, давай. Нужно спасать, нужно спасать ситуацию. Все готовы? Минута для тебя уже начинается. Денис готов? Ванька, минута пошла. Давай, Димас, наматывать. Спираль. Нести. Рулон, рулон. Блин. Да. Да. Билет, билет, может, талоны, дальше что там еще может быть? Проездной. Нет, как может, называется? Дальше нет? Моток, моток. Сверток. Сверток. Дурак, блин, подсказал им, ладно, давай дальше. Суши, лапша. Кушаешь, палочка. Голень. Вязать, вязать. Шьешь, зашнуровываешь шнурки. Там, вязать. Спицы. Спицы. Крючок. Вязать, шерсть. Вязать, вязать. Что шерсть. Вязать? Свитер. Носок. Пряжа. Пряжа. Вязка. Это было слово «вязание», но я вам даю 3 балла. 3 балла за это слово я даю. Спасибо, садимся. Есть, аплодисменты, ребята. О, нет, все готовы? Денис, да. Готов, Наташа готова. Итак, минута пошла. Беременна. Коляска? Да, дальше. Давай. Земля, пол, ребеночка ты взяла. Ребенок, да. Я? Страх? Переживание? Боязнь, боишься? Боль? Тупица. Стресс? Ты хочешь показать слово, но у тебя не получается. Да? Да. Так что? Ты грызешь ногти. Апатия. Страх. Апатия. Страх. Опасение. По-другому. Давай, ладно, следующее. Трусость. Трусость, я так и знаю. Не знаю. У тебя дела, кстати. У тебя как дела, кстати? Надо отгадать слова. Сюда. Не отвлекайся. Попрыгай просто как конь. Визит. Еда. Ты, хлеб, пицца. Курица. Пицца, коробка, курица. Ты курица. Нет, это было слово кусок. Да, спасибо. Садись, спасибо. Нам вернулся наш кусок. Ура! Нелли, все те же условия. Денис готов, Нелли готова. Минута твоя уже пошла. Ага, это... Показывай. Корочка, Сива, ты мусор. Милиционер. Госслужащий, полицейский. Ну, а что? Чего, подходит же? Ну, полиция, ладно, 3 балла даю дальше, давай. Сиськи, платье, девушка. Нет, платье. Как это показать? Не знаю. Смотрите сюда. Саша, не отвлекайся, задумайся. Это бассейн. Ты заправляешь машину. Заправка, заправщик, бензин, бак. Пистолет, бак. Нет. Пистолет. Заправщик. Именно это заправщик. Слово. Шланг. Топливо. Вот. Топливо, ничего себе. О, а тут сейчас. Как бы я без слов. Да. Что? Танцы. Цыганка. Ты цыганка. Цыганские танцы. Следы подметаешь, уборщица. Ты кого-то собираешь? Следующий. А уже сейчас будет гонг, и вы не успели. Это было слово «пастух». Барана показать. Ребятки, привет. Барана нельзя показать, показала бы нам на Сашу. Саша, давай идем, сам покажешь кое-что. Готов? Давай, заходи.
Денис готов, Саша готов, твоя минутка начинается уже прямо сейчас. Розетка. Отлично, минус 5 баллов. Дальше. Дальше. Ягуар. Доска, учитель, студент, учеба, да, как она называется? Указка. Указка, дальше. Пьешь, тебе спина болит, таблетки пьешь. Синяк? Рана? У тебя что-то на спине. Ты наливаешь, выпил. И печенка, печень. Печень, что? Конечно. Я сначала думал, он почки показывает. Я тоже не поняла. Пересказ. Повесился? Веревка? Виселица? Мыло? Кольцо? Я не знаю, что это. Узел? Гильотина. Ну как ты этот узел называется? Это было слово петля, и мы не успели, Саш. Ну ты старался. Блин, ну следующее слово было спасение. Хорошо, хоть я нашел. Молодец, хоть так, садись. Попробуйте мне. Итак, ребятки, хватит танцев, хватит песен, нужно узнать баллы. И Денис, давай, раскрывай тайны. Серьезно, серьезная борьба. Мне кажется, есть здесь нотка кармы Владимира Соловьева. Сотрясатели воздуха 42 балла получает. О, неплохо, 42. Да, 42! 42! Тебе аплодисменты, Саша, за 42. Возраст, да? Да, только немножечко меньше. Давай-ка, ну. И бюджетники получают у нас, Дмитрий Нагиев передает привет. 54 балла! Дружище, если тебе нужно что-нибудь яркое, идея, праздник, свет, звук, сцена, агентство «Большая перемена». Это все как ваша работа, подстава, неправда. Вот сейчас узнаем, правда или неправда. Последний у нас конкурс есть, называется он «Блиц». Шприц, мгновенный, быстрый, молниеносный. Я вам даю 5 секунд, чтобы вы мне ответили на вопрос и дали 3 примера того, чего я прошу. Все очень просто, Саш, ну ты знаешь. Итак, ну начнем с тебя, наверное, Саш. Давай. Итак. Фу, держите меня, давайте. Могу дать 10 баллов, все перевернется за каждый правильный ответ, если успеешь за 5 секунд. Давай. Итак, назови мне за 5 секунд троих телеведущих с именем Дмитрий. Нагиев, Дмитрий, Нагиев, Дмитрий, Нагиев! 3 балла есть, ладно, из 10 трешечку получил, хорошо. Нелли. Давай, Нелли, пожалуйста, спасай команду. Нелли, 3 вида спорта на букву «Б». Баскетбол, бадминтон, биатлон. Подсказывал ты, ладно, я дам всего лишь, 5 баллов даю, ладно, хорошо. Дмитрий Нагиев, молчи, пожалуйста, иначе буду минусовать. Наташ, тебе. Назови, пожалуйста, троих морские млекопитающие. Итак, называй, 5 секунд, 5. Дельфин, морской котик и кит. Да, 10 баллов! Готов? Точно? Тогда у тебя есть 5 секунд, чтобы назвать известных личностей с именем Александр. Поехали. Александр Пушкин, Александр Розенбаум, Александр Тютчев. Боже, зачем я это сказал? 5 баллов есть, молодец! Успеешь ли ты мне назвать сейчас улица Симферополя на букву «С». Поехали. Самокиша, Симашка и... Севастопольская. Да. Севастопольская. 5 баллов есть. Дружище, не знаю, тебе, наверное, это будет сложно, но все же. Попробуем. Российские инстаблогеры, у которых больше 10 миллионов подписчиков. Давай, поехали. Тимати, Бузова и Бородина. Это да! 10 баллов! Есть! Саша, прекрати ехидничать. Давай сначала узнаем счет. Итак, Денис, озвучь его. Друзья, мы сейчас мы узнаем его. 60 баллов получает команда, которая сегодня очень сильно старалась. По крайней мере, один из вас точно. И это команда блогеров. Ну да! Есть! И 74 балла победителей бюджетники! Команды! А, ребят, мы поздравляем вас, вы проходите дальше, это ваша награда, вам аплодисменты от всех нас.
Ну а вас, ребят, я приглашаю сюда однозначно под аплодисменты. Да. Ребят, вы любите писать длиннопостики в Инстаграм, но не всегда могучий русский язык вам дается легко. Могучий русский язык. Потрясающие книги читай. Да не все тебе. Все равно, если три книги тебе не помогут, лучше одну прочесть. Ребята, аплодисменты, да. Ребят, на этом все. Шоу Well Done подошло к концу, но не забывайте голосовать в социальной сети ВКонтакте. Один из присутствующих здесь героев станет лучшим именно благодаря вам. И в конце получит специальный приз. Вам спасибо, до встречи ровно через неделю. Шоу Well Done. Пока!